Ануш, здравствуйте. Ваш вопрос в том, что ваш муж становится более агрессивным, и дети также, когда вы приближаетесь к Богу. И вы спрашиваете, что же вам делать в этой ситуации? Как быть? Я бы очень хотела начать служить всемогущему Господу, но ни сил не хватает бороться, ни здоровья. Дело в том, что есть противостояние, которое вы начинаете ощущать. Вы доходите до стены и дальше в нее упираетесь. Но на самом деле действие, которое вам надо осуществлять, это не просто зажигаться в Боге, а это еще и использовать власть, которая у вас есть. Потому что до тех пор, пока вы не связали сильного, вы не можете расхитить его имение. А так как муж является главой церкви, и дух, который стоит сейчас за ним, он тут же поднимается в этой агрессии. А дети, они тоже под этой главой, и у них тут же начинается взаимодействие на духовном уровне. Когда вы понимаете, что у вас есть власть в духовном мире над нечистым духом, то вы его связываете. И вы связываете своей молитвой прощение мужа и говорите, вот всякий дух, который мне противился, который мне мешал идти к Богу, я связываю тебя данной мне властью, чтобы разорить твое имение. Мой муж, он нужен Господу, мои дети нужны Господу. Для этого вы можете взять молитву победы над обстоятельствами и всеми ситуациями в вашей семье, которые у нас тоже есть ВКонтакте, есть на сайте, выложена молитва за мужа, за семью, за неверующих родственников. Вот в этом ключе вам надо этим вооружиться. Поэтому сначала вы говорите: «Господь, я принимаю власть, которая мне принадлежит, связать сильного в нашем доме, кто бы это ни был, агрессор, неверие, невежество, либо гнев». То есть то, что вы видите в проявленном виде, на самом деле это есть имя этого духа. Поэтому вы его связываете кровью Христа, силой данной вам, властью данной вам, а потом говорите: «А теперь я забираю мужа, я забираю детей и атмосферу дома объявляю Царством Божьим». И тогда места Писания, которые там вы обнаружите, начинается с хвалы Богу, а потом уже победа над врагом, победа над всяким неверием и исповедание того, что вы хотите видеть в своем муже. Там есть целый перечень и последовательно изложенный, поэтому действуйте по нему. Главное — не останавливаться. Когда вы начинаете гореть, и вот этот огонь уже плавит второе небо над вами, значит, скоро придет ответ. Но из-за того, что получается постоянно вас напугать, то вы до ответа не доходите, и главное, что вам не лучше от этого, а хуже. Поэтому я вас благословляю вооружиться победоносной Божьей идеей, что с Богом все возможно. И сказать: «Господь, без Тебя не могу, а с Тобой у меня получится, и Ты меня научишь делать эти поступательные шаги». Поэтому всего вам доброго, не останавливайтесь там, где вы есть.